Александр Квиташвили, министр здравоохранения Украины, решил сделать реформу. Все в медицине поменять с этого дня. Как, на твой взгляд, изменится медицина? Ну, они будут лучше лекарства покупать, а еще все будет хорошо и будет гигиена. Вот, например, раньше уколы в попу делали? Да. А теперь куда будет? Я пока не знаю, может, в палец. Я все укол в голову, то укол в голову. Да, но это другой министр, я думаю. Вместо капельницы будет соль в пакетиках. Вместо клизмы будут использовать... соковыжималку. Не знаю, врачей. Врачей поменять? На кого? С нормальным почерком. Чтоб понимали. Стоматолог будет вместо лора работать. А лор вместо терапевта. Это неправильно. Это неправильно? Потому что только привыкли, уже новая работа. Ты каких врачей знаешь? Лор, педиатр. Я знаю. Психолог, обычный доктор, женщина-доктор. А еще есть окулист, косметолог. Психолог, например, знаешь такое? Да. А он чем занимается? Ну, психи удаляет. Обращался? Да. Что там, родители замаяли? Да, не просто отношения с предками поддерживать. Хирург. Хирург. Не слышал про такого? Массаж делает. Он нос проверяет, рот, уши. Шею надо мыть по утрам. Стремимся к лучшему. Естественно. Уничтожаем худшее. Боже мой, лозунгами начали разговаривать. Ну и третье глобальное изменение. Медицина станет платной. Вообще, кто это придумал, чтобы платить? На Земле все платное. Да, да. Укол раз, давай двадцатку. Это понятно. Или стоцатку даже. Или стоцатку, не дай бог. Заболело ухо или сердце? Что дороже? Сердце. Естественно. Почему? Потому что сердце – это самый-самый важный организм во всем желудке. Ну вот если делать укол, сколько ты готов заплатить? Максимум 1 гривна. Это максимум, ребят. А раньше все было бесплатно. Да, а если палец порезал забинтовать, сколько надо заплатить? Тоже 1 гривна. За полдня гривни. А раньше было все бесплатно. Да, прогнившая система, коррупционная медицина. Может быть, кстати, вот это и в том числе и реформа будет. Все, так сказать, на белые рельсы поставить, да? Не понял, что зачем на белые рельсы. Вот и они, кстати, не понимают. Все делают по-черному. Калькуляцию мы подбили. Осталось только пожелать, мне кажется, нашим украинцам здоровья, добра. Чтобы вы меньше болели, больше зарабатывали и не хотели в больницу. Чтобы все не были больны, надо. Не надо, чтобы все были больны. Конечно. Не надо. Не надо. Не надо. Не болейте, ребята, и не хворейте. Дорогие украинцы, не болейте. Да. И зарабатывайте побольше. И зарабатывайте побольше денег у себя на работе.